Доброе утро всем. Мы сейчас в Сижине едем светить пасочки. Не знаю, там еще кто-то светит в 6 утра. Все, мы осветили кулич, яйца, сало. Сейчас сфотографирую все. Рекс. Папа ему хочет яйцо. Так, аккуратно. Аккуратно, бери, бери. Ты. Не берет он с рук толком. Это хорошо. Кушай, кушай, пошли, он не будет, пока не отойдет. Все, сейчас будем завтракать. Посветили пасочку, успели. Мы, наверное, были в последнем заходе. Вот. Сало, яйца осветили. Да, а как надо говорить на Пасху? Правильно. Воистину воскрес, сынок. Да? Да, да. Так, папуля подарил мне цветочки. Какие обалденные. Еще ему дали в цветочном магазине вот такую штуку, чтобы поставить цветы в них. Сейчас мы насыпали этот белый порошок. Кокаин. И будем это. И будем а это. А куда еще я мог бы? Красота. Где цветы мог бы взять? Кто это? Смотрите тут. Все я. Это маме у нас самый красивый. Это мама. Сейчас будем биться яйцами, да? А ну не облог же. Я тоже как за маму. Христос воскрес. А я вот такую вижу. Здоров. Я тоже поем. Что ты будешь, сынок? Мам, крути барабан. Как я быстро. Угу. Быстро. Быстро. Мама, мы с тобой побьемся. Давай. Нет, давай сейчас позавтракаем. Мама просто хочет завтракать. Наш завтрак. Нетушки. Ты что будешь завтракать? Я хочу. Я хочу еще яйца и сало. Яйца и сало? Ага. Ты можешь любишь сало? Да. А ты что, его не любишь? Нет. Я его никогда не положу. Я его только глотаю. А глотаешь? Ты его не жуешь? Я его жую, но я не могу проглотить. А, проглотить не можешь? И помидорчик. Мам, я не знаю, что мне кушать. Рулетик будешь? Нет. Я уже чего наелся рулетиков. Пультик неси сюда. Пульт там будешь биться? Я сам тебя иду. Я. Давай. Раз. Два. Не, ну ты ближе, я что ж тяну там. Раз, два. Три. Никто. Да ты мне по пальцу попал. Раз, раз, два, три. Один готов. В прошлом году я выиграл всех. Давай, раз, два, три. Меня Антошка, Афонька выбил меня. Теперь я с Афоней получается? Ты со мной теперь, давай. Раз, два, три. Давай твое яйцо. Раз, два, три. Опять он меня выиграл. Афония чемпион. Афония играю. Все, мы съездили за продуктами, купили овощи. Овощи, редиска уже какая красивая. Укроп. Здесь огромный пучок салата. Вот сейчас он уже и подешевел. И стал вообще такие головы большие. Молодая капуста. Что мы еще купили? Шашлык сразу маринованный. Цыпленка. Здесь еще такие вот всякие разные колбаски. И здесь еще маринованное тоже мясо. Поэтому будем сегодня жарить шашлык. Помидор накупили. Мне так захотелось тархуна. Был только в Магните. Нигде больше нет. И авокадо взяла. Будем делать гвакамоле. Шучу, просто буду его есть. Вот, начистила уже картошку на пюре. Так, где тут крышечку? Сейчас надо найти.
Так вот, мы тут стол облагородили, купили сегодня клеенку прозрачную с ромашками. Я сижу, у меня здесь фанеру ламинированную. Так что вот теперь будем здесь обедать. Качели сюда перенесли. Это крутая? Да. Тебе нравится? А меня оса ужалила. Да, куда? Прям в палец, в подушечку. Да ты чё? Он на неё руку положил. Сожжалась! Заснимите, это подушка. Да? Она... Мама, она легко не попасть, если её сильно раскачать. Закружили. Привет, Афонечка. Мама, там галочка лодика стала. Да. Папа тут себе место. Там, где идешь, где дверь дырявая. Так, у нас тут... Днем рождения. Спасибо, родец, если... Марсик. Чтоб ты была стройная, красивая. Не было розовеньких. Не было розовеньких? Эти еле нашли, родня. А, да? А что, все разобрали, родня? Нет, все хотят... старые модели. Мы хотели именно вот эту третью модель. Ведь где вторые? Бен третий, а там где вторые... И четвертая там похуже. Ну, короче, вот еле мы... Спасибо, моя девочка. Да, с днем рождения. Она сказала с днем рождения. Девочки, моя главная девочка закричала. Ну что, вкусно? Да. Пап, у нас тут солнце, оказывается, светит. Сейчас ты этим мыть. Прикинь, я что... Нормально, да? Ну все тогда, давайте садиться. Давайте, мы не против. Так, кто покушал? Вот это Гриша ел, в смысле, можно в его это тарелку. Саша накладывали. Да, я сказала Даше, говорю, я сейчас наложу, покорми Сашу. А что, Саша, Саша, ты не кушаешь, ты колбаску хочешь. 350. Не, ну написано максимально 300. А, да нормально он играет. А, вы только... Саша, привет! Саша, привет! На рождение, мам! Спасибо, сыночек! Да, мы разложили, тут теперь можно спать, да, Марго? Да. Ну, летом и сегодня даже можно спать. Да? Да. Пусть Афоня сегодня поспать ночью. Здесь, да? Могу, если ты здесь будешь. Если... Я попрошу маму. Спать тут? Да, я спать. Что за молодой человек у меня? Что за молодой человек? Ой! Ку-ку! На память. А вы не выйдете, ха-ха-ха, я вас... Помашите ручкой. Вера. Ну ладно, ты можешь не махать, Любовь. Не снимай, мы же не поедем. Не, ну я же должна хоть на память, чтобы потом посмотреть на следующий год. Мы тебе перескажем все тут как было. Да? Да-да-да, я уже не парю. А что, родня уже домой? Не знаю, родня, а ты куда? За памперсом? Афоня, у тебя-то все хорошо, сынок? Да, он тортика поел с ложечкой. Ну как тебе тортик? Это у тебя Люба испекла? Попил компот, не то. Пошел скоро на воду. А воды нормально, да? Давай. Все, второй я. За смену вратаря. Так, держите там все, красавчик. Да все, молодец, Сереж. На экскурсию до речки. Афоня! Не-не, сынуль, уже видишь, как воды прибавилось? Гля сколько сейчас, не надо сюда спускаться. Пошли лучше на мостик. Нет, не вижу. А ты видишь? А у тебя маленькая удочка, да? Сейчас я буду удочку надувать.
Это такой красивый закат. Афон, ты пойдешь смотреть на закат? Мама на любимая тема – закаты. Я и так вижу закат. Ты уже и так видишь, а я вот не вижу. I used to believe.